Друзья, привет! Сегодня короткий рассказ о моем новом штативе Sunway Photo T2830CS. Чуть раньше я рассказывал о своей предыдущей модели. Массивный, большой, надежный штатив, который прекрасно себя проявил на охоте в Астрахани. Ссылку оставлю в описании, но сегодня разговор не про него. T2830TS, штатив гораздо легче, 1300 граммов всего, заявленная грузоподъемность 20 килограмм. Что входит в комплект? Вот такой классный чехол, инструкция коротенькая, ножки, видите, сменные для работы на неустойчивых поверхностях. Вот. Голова, тоже Sunway Photo, SM86, она не комплектная, но логично было ее поставить. В чем отличие? Меньше масса и голова уже встроена, вот, с небольшим шаром. При этом я пострелял, попробовал, устойчивости вполне хватает. Ну, естественно, с собой в горы на охоту взять его будет легче. Что я сейчас хотел бы вам показать? Смотрите, вот скорость ветра сейчас в порывах. Сейчас вот он. Пока раз буду говорить, будет чуть больше, пока 06-07. Я включу картинку в тепловизоре на мишени удаленной на сотню метров, вертикальный столб. Очень хорошо будет видно, насколько винтовка устойчива. Также буду по ней постукивать, и будете видеть, как быстро она возвращается. Так вот, ветра у нас больше пока не стало. Да, вот боковой ветер у нас 1,2. Ну, то есть винтовку вам не очень хорошо видно, но ее раскачивает. Давайте, я включаю запись. Вот пошла запись. Вот ветер ее колеблет. Сейчас я буду постукивать по винтовке. Вы будете видеть, как в кадре, насколько быстро она возвращается. Вот. Все, пожалуйста, изображение вернулось. Считаю, что это хороший выбор для ходовой охоты, а сам планирую взять его в горы. Конечно, большой штатив — это прекрасно, но его еще необходимо с собой носить. Для ходовой охоты буду использовать именно вот это. Ждите, в ближайшем фильме будет подробный рассказ про штатив.